В личных целях, для личного использования. Просто мне интересна генеалогия, я ей увлекаюсь. Я его не знаю, звали его Алексей. На сайте была указана одна книга, 1000 рублей. Но в процессе покупки он сделал скидки. То есть общий... Присаживайся. Полынин Алексей, вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренной статьей 164 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хищение предмета, представляющего особую культурную и историческую ценность. Что-нибудь по этому поводу можете пояснить? Но мне это не делать. Здесь мужчина сейчас.